Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас в обзоре мини-комбайн для убора зерновых культур Исеки, модель HA333, в отличном состоянии. Гусеницы имеют мелкие трещины, это не критично, прослужат еще очень долго. Качество японской резины очень хорошее. Комбайн обслужен. Обслуживание прошло с заменой технической жидкости, фильтров. Все узлы и агрегаты проверены. Ширина жатки 1,20 м. Жатка имеет автоматический механизм подачи смазки. Все это управляется оператором. Бункер регулируемый. Объем бункера можно увеличить. Вот. Сейчас посмотрим по уровню управления. Здесь у нас располагаются рычаги управления выбросом зерна. Рычаги управления частотой обработки. Здесь у нас клавиша включения подсветки. Джойстик управления желобом. Рычаг коробки передач. Рычаг автоматического выноса желоба и возврата его в исходную позицию. Здесь у нас рычаг гидравлической системы наклона всего комбайна. Имеет такую функцию управления световой сигнализацией, поворотники, рычаг газа, клавиша сигнала, клавиша подачи смазки, рычаг хода с направлением вперед-назад, клавиша автоматической остановки скашивания. Наработка у комбайна 470 моточасов. Здесь у нас располагается рычаг управления поворотами комбайна. Этим джойстиком можно также управлять подъемом жатки, регулировка высоты. Есть клавиши управления гидравлической системы комбайна. Это будет либо наклоны вперед, подъем, наклоны вправо-влево. Есть две педали вспомогательных поворотов, то есть будут помогать механизму для разворота, скажем. Здесь у нас располагается замок зажигания, рычаг включения жатки с передачей включения скашивания. Здесь у нас располагается тумблера включения автоматического выравнивания, вот, и прочие регулировки. Сейчас запустим двигатель, послушаем, как работает. Прогреем свечи накала. Нажимаем клавишу. И в автоматическом режиме желоб переводится в направление выброса. Также можно управлять джойстиком. Влево-вправо, либо это будет направление вверх-вниз. И этой же клавишей желоб возвращается в исходную позицию. Клавиша, рычаг, точнее, включения
привода желоба. Внутри идет вращение шнека и производится выбор зерна. Механизм подъема опускания жатки. Наклон всего комбайна. Первое положение включает подачу. Второе положение у нас включает саму жатку. Клавиша останавливает жатку. Состояние комбайна очень хорошее. Комбайн обслужен. Все узлы и агрегаты функционируют отлично. Состояние цепей и приводов очень хорошее. По косметической части комбайн в отличном состоянии. Техника исправна, техника обслужена и готова к дальнейшей эксплуатации.